Всем привет, друзья! Дуджи выкатила довольно много бюджетных новинок в 2018 году, и сегодня одну из них я вам как раз таки хочу показать. Это Дуджи X60L. Даже не знаю, с чего начать, но все же одна мысль у меня есть, потому что это самый тупой и в то же время самый уникальный бюджетный смартфон, который я когда-либо видел, но его недоработки просто взрывают мне голову. Я этот видеообзор хочу разделить на две условные части. Первая часть о негативных сторонах и вторая часть о позитивных сторонах. И начнем мы с негативных. Поехали! Сейчас бы в 2K18 смотреть видео в разрешении 480p на 5,5-дюймовом дисплее. Подумали Дуджи и сделали дисплей с разрешением 1280 на 640 пикселей. Дисплей сам по себе хорош, и плотности пикселей хватает, и максимальная яркость неплохого уровня, сенсор очень чувствительный. Но когда ты заходишь в YouTube и видишь в настройках видео максимальное разрешение 480p, даже не HD, это просто жесть. Зачем такое делать? В 2018 году, объясните. Как можно так фейлить? Ведь смартфон стоит около $100, и есть куча других моделей, да практически 90%, которые в этом ценовом сегменте поддерживают видео в HD разрешении. Чё это, блин, такое, Дуджи? Рамки вокруг дисплея довольно пухленькие, можно было сделать бы их поменьше. Это я считаю одним из главных недочетов корпуса, хотя к этим недочетам можно также отнести съемную заднюю крышку. Все-таки я думаю, что сделать моноблок в металлическом корпусе для Дуджи в этом варианте было бы просто идеальным решением. Минимальная яркость смартфона могла бы быть куда поменьше. И ну, я не считаю это глобальной проблемой, потому что не все, так как я, перед сном по 2 часа смотрят в телефон и... Хотя нет, в принципе, таким занимается большинство в моем возрасте, я думаю, и посмотреть какой-то видосик или фильм перед сном это вполне нормально, поэтому с такой огромной яркостью глазки-то немножко вам повыедает. Смешанные чувства в этом смартфоне у меня также вызвала оптимизация, потому что вроде бы клацаешь телефоном, вроде бы пользуешься, но когда дело доходит до определенных моментов, то это просто может вас выбесить. К примеру, при перелистывании рабочих столов или когда вы заходите в главное меню, вы не увидите абсолютно никаких подтормаживаний, то есть все работает быстро и хорошо. Но, как только вам стоит опустить шторку меню сверху, начинаются проблемы. Она лагает. Она действительно лагает. И это уже не какой-то там недочет, это конкретнейший косяк Дуджи. Я зашел, проверил обновление, подумал, что возможно с обновлением это все исправится. Но на данный момент, в начале апреля, обновлений на эту модельку нет. Возможно, к концу апреля или в начале мая они появятся, но я думаю, что вот эту проблему со шторкой они точно вряд ли исправят. Большинство китайфонов также имеют одну болячку, которая здесь также есть, естественно. Это звучание. При 70% вы получаете отличный хриплый голосок, который вас жутко бесит. Но даже при 30-40% громкости вы слышите только визжание. Никаких басов, ничего. Просто визжание, которое так раздражает, что просто жесть. Советую этим динамикам вам пользоваться только для приема звонков и сообщений, а во всех остальных случаях, пожалуйста, возьмите наушники и пользуйтесь ими. Слава богу, что разъем 3.5 здесь на корпусе есть. При наличии разборного корпуса, то есть при съем на задней крышке, сборка здесь довольно неплохая, скажу я вам. Но вот одна фишка, которую я заметил, меня реально немножко поднапрягла. Смотрите, когда я нажимаю клавишу громкости вверх, слушайте, звука никакого нет. Никакого. Когда я нажимаю громкость вниз, слушайте, что происходит. Вот такой вот звук, то есть клавиша вверх. Вообще без звука. Клавиша вниз трещит. Что это за сборка, непонятно. В целом, из глобальных недостатков это все, потому что сборка реально не выбешивает. Все работает очень плавно, если не считать шторку, и в целом смартфон вас устроит. Еще один минус — это съемка видео. Во-первых, снимает только в HD разрешении. Во-вторых, картинка максимально смазанная, максимально не стабилизированная. И, короче говоря, забудьте о видеосъемке на смартфоне Dudji X60L. Я этого не делаю и вам точно не рекомендую. Причем, заметьте, я ничего не сказал о минусах фотокамеры. И давайте перейдем к плюсам, где я подробно рассмотрю возможности фотокамеры, а также другие преимущества бюджетника Dudji X60L. Да
Друзья, большую часть этого ролика о плюсах имеется в виду, я хочу посвятить именно задней камере смартфона DJI X60L, потому что она меня очень приятно удивила. До этого я всячески хейтил камеры даже среднеценовых и некоторых премиальных китайских смартфонов, потому что они реально были никакущими. Но сегодня вы поймете, что DJI X60L стоимостью менее 100 баксов довольно-таки неплохой вариант для фотосъемок. Свои слова по поводу ужасно реализованной портретной съемки в большинстве китайфонов я назад не заберу. Здесь также вторая камера используется чисто для муляжа. Но вот основная камера здесь — это то, что нам нужно. Камера здесь снимает с разрешением 13 мегапикселей. Перелистывание режимов происходит, как и у айфона, то есть перелистыванием по дисплею. Режим HDR отрабатывает неплохо, как для данного сегмента, но удержать около 2 секунд руку в неподвижном состоянии будет трудно. Поэтому, если хотите поснимать красивые пейзажи с HDR, используйте штатив. Давайте покажу вам фотографии, а вы посмотрите на них внимательно и скажете, чем же они отличаются от китайских смартфонов стоимостью $200 и выше. И маленький спойлер, практически ничем. Да, я реально удивился, потому что фото очень неплохого качества. Причем даже селфи вышло такого же качества, как на любом среднеценовом Xiaomi. Я честно в шоке. Ну а следующий плюс – дизайн. Да, скошенное стекло здесь реально смотрится очень круто и напоминает такой себе бюджетненький Galaxy S8 или S9. В руке сидит смартфон идеально, особенно если использовать силиконовый чехол, который есть в комплекте. Одеваете и получаете максимально удобный гаджет в использовании. Несмотря на говняное качество динамиков, их расположение доставляет мне удовольствие. Да и в целом смартфон выглядит как-то минималистично, а в то же время очень притягивает к себе внимание. Им постоянно хочется брать, блин, и пользоваться. Правда, если бы рамки сделали немножко потоньше, было бы просто идеальный дизайн за $100. Друзья, производительность в играх. Я думал долго, включать или не включать его в этот список плюсов, поэтому в итоге все-таки решил включить, потому что я вспомнил, как большинство игрушек идут на конкурентах этой модельки, и я понимаю, что они очень хреново его тянут. Вот эта моделька справляется с игрушками чуть-чуть получше, не знаю, в чем причина, но здесь реально можно играть в игры. Давайте посмотрим. Этот смартфон гораздо лучше потянул и танки, и Асфальт Экстрим. Играть на минималках на этом телефоне можно, без каких-либо заметных фризов. Да, медленная память и не самый резвый процессор загружают игры не быстро, но сам игровой процесс вполне неплохой и комфортный. Ставлю плюсик. Ну и самый огроменный плюс смартфона DJI X60L — это то, что им просто приятно пользоваться. Если упустить те минусы, что здесь лагает шторка меню, что здесь хреновый звук и что нельзя посмотреть видео хотя бы в HD разрешении, в целом смартфон оставляет за собой только положительные эмоции и ощущения. Вы реально кайфанете от этого телефона, отвечаю. Я его поставлю на второе место после Xiaomi Redmi 5A среди всех бюджетных телефонов в 2018 году. Но мне он очень понравился, честное слово. Вот такой обзор у меня получилось сделать. Я подумал, что в таком формате вам будет об этой модельке узнать более интересно. Показал его негативные, положительные стороны, показал то, что мне нравится, что не нравится. Надеюсь, вы это оценили. Я очень надеюсь, что обзор вам понравился, и вы прямо сейчас подпишитесь на канал и оставите под видео свой комментарий по поводу этого смартфона. Это очень сильно поможет развитию канала, а также мне интересно прочесть ваше мнение по поводу данного смартфончика. Поэтому, друзья, не забывайте подписаться и написать комментарий под видео. Всем пока!